так чудные дела твои, Господи. То ли так плохи мои дела. Я ждала комментариев, но и после них ни полслова не поняла. Говорят, ты целишься очень метко, но куда попала твоя стрела? И лечу вокруг ледяная мгла, только я, голубой планетка. Ты когда оставил меня без памяти, чтобы без паники доживать на спущенных тормозах в паутине мутной твоей органики. Мечты на дне, на борту Титаника. А о чем же в детстве мечтал ты сам? Ведь тебе же некому рассказать. У меня все в порядке с субординацией. Это старый рефлекс грызаться, дурная реакция. Так учили в детстве идти драться, а не ту пожаловаться большим. Я мечтала приехать в Индию, разобраться со смертью, с тобой и с сердцем, без понебратства, на какой-нибудь из самых каких-то вершин. А теперь сижу, не мой глуши, не случайно в прохожу, и не машин, и твержу себе. Давай, родной, пиши, пиши. И уже безо всякого смысла. Просто так, для души. И осталось спокойно проснуться, взять себя в руки и стать чуть выше, считая до 10. Мне же нужно чем-то назад вернуться. Если ты привык это слышать, Господи, ну, помилуй меня и прости. Если ты так со всеми нами, возможно, лучшими, то займись поскорее делами. Или дело случая. Только одна такая, глупая и везучая, будет вечно скулить, что ты мог бы ее спасти.